Поднебесные будут печь хлеб из южноуральской пшеницы Челябинской области, а именно фермеры из сельхозпредприятия «Боровое» готовы отгрузить в Китай первую партию 500 тонн зерна «Made in Брединский район». Группа специалистов из Поднебесной уже оценили его качество и с радостью согласились на экспортные поставки. По мнению Бориса Дубровского, азиатский рынок очень велик и потому интересен сельскохозяйственному сектору Южного Урала. Мы поставили перед сельскохозяйственным комплексом Челябинской области конкретную задачу – наращивать экспортный потенциал. Потому что по целому ряду направлений мы полностью обеспечили потребность жителей нашего и даже соседних регионов. Нам нужны новые рынки сбыта. Выход на китайского потребителя – отличный шанс эту задачу выполнить. В планах гостей из Китая закупать в Челябинской области не только пшеницу, а также ячмень и гречневую лузгу. Южноуральская делегация недавно посетила масштабную сельскохозяйственную выставку в Китае и получила приглашение на участие в этом форуме в следующем году.